Привет, ребят, мы с вами продолжаем играть в God of War 3. Так, здесь вроде чисто, спокойно. Ладно, погнали. Ну, нужно... Чё это он ухмельнулся, не нравится мне это. Так, нам нужно сюда... Это я трогать не буду сейчас. Стартер. В поисках искупления. Аид мёртв, и души, заключенные в его царстве, теперь свободны. Но все равно они будут скитаться вечно, ибо нет для них... Искупление. Да, смотрите, какие отратные, да? Летают здесь вокруг. Жесть, ладно. Пошли. Привет. Жестокое убийство. Они дают зеленые сферы, если их убивать через кружок, кстати. Дроу Феникса. Супер. Второе. Еще одно осталось. Но, кентавр. Ты откуда тут? Такой, блин, как так посмотрел на меня, как будто я его должен ждать здесь. Но это падшие души, вот и войны, кентавры. Все это. Ну-ка, может осветить вас. Тише, дружище. Мне почему-то не получается увернуться. Да что ты будешь делать? Как вам такое? Так, надо ярость включать и гасить этого урода уже. Смотри, он всех месит. Не получается блокировать. Блокировать не выходит. Гори, зараза, тогда. Знаете что, давайте ему кулаками загасим, бесит он меня. Так. Но наконец-то с кентавром покончено. Кишка танка достижения получил я. Не знаю за что. К сожалению, не объясняется. Так, там жизнь, здоровье и все такое. Давай перейду опять на эти. Клинки наши любимые. Красные сферы я тоже заберу. Давай посмотрим, что я тут могу улучшить, что нет. А, значит, немейский цестус я могу улучшить до 3 уровня. Бросок дикаря и немейский рык уровень 2. Бросок дикаря. Так, чтобы усилить этот предмет 5000. Ага. Клинки изгнанника до 8000 бы поднять. Удар арго. Давай клинки изгнанника будем копить. 8000 мне нужно. 8000 стопешечки. Вот так вот. Я уже испугался. Все, отлично. Почти до конца восстановил магию. Она мне в ближайшее время не шибко-то понадобится, я думаю. Врата Тизифоны. Что ты будешь делать с этой игрой, а? Как тебе такое, а?
вообще не получилось вернуться. Я старался. Не-не-не-не, вот в это. А-а-а! Вот так вот. Все, бери, 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 бери. Отлично. Сейчас будет попроще. До пары до времени. Придурок. Ты что сделал? Давай, взорви это. Ловим. Ловим, 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 ловим. Тогда останется последнего убить. И все. Ух ты ж какой ты наглец, ты какой, а? Ах ты какой же наглец, ты второй, ты, а? Ну-ка отошел от меня. Ты какая падла, а? Ты какая падла, ты посмотри, а? Иди сюда, без хвоста тебя сейчас оставлю. Ах ты ж собака, стреляет надо. Надо что-то делать срочно. Заблокировать удар получилось, но этого мало, ребят. Надо что-то делать. Ты бесишь, я же тебя заблочил. Заблочировал. Во-во-во-во-во-во-во-во, все. Лишаем одного жизни. Может быть, даже получится восстановить здоровье за счет его смерти. Ну, что он дает? Понятно. Красные сферы. Я возьму это себе. Вовремя. Очень вовремя. Может, далеко его просто гасить, а? Я, кстати, не попадал. Сейчас сдохну. Все, все, приплыли. Я реально думал, что я сейчас помру, но нет, получилось. 8 тысяч. Правда, мне теперь здоровье где-то взять надо.
Где-то надо взять здоровье. Мне сейчас со здоровья трудно взять. С воздуха. Нужно найти сундук. Чтобы найти сундук, нужно идти дальше. Чтобы пойти дальше, нужно найти здоровье. Мы, кажется, попали. Нехилое такое. Потасовочку. В нехилую такую сценариечку. А, двигать, да? Эту задвинул сверху того самого. Хорошо. Или плохо. Я еще пока не знаю. Я пока просто по наитию как бы дергаю, двигаю. Загадку врат этих нам еще предстоит раскрыть, походу. Так, вторая половина тоже сейчас. Приоткроется. Да. Хорошо. И тоже задвигать, да? Ну-ка. Да. Угу. И чё это? Но. О, норм. Так, это все двигаться сейчас будет, да? Или как? Да, оно двигается, видите? Так, ну получилось. Получилось на ура. Почти наверху я уже. Вот и все. Вот и все, считаю, я наверху. Геймпад упал, дверь открылась, потому что что? Потому что, сука, кошка опять заходит. Заходит, выходит. Ну, главное дело сделано. Врата открыты. Кратос может двигаться дальше. Как легко у нас все это дело получилось. Очень легко. Сезам, откройся, вы получили достижение даже, ни хрена себе, нормально. Нормально прям, отлично. Ты глянь, здесь вот сундучок имеется. Сундучок первого феникса. Ну-ка, что ты нам первого феникса дашь? Жертва принята, и пусть это будет здоровье. Нет, это магия. Отлично, магия со здоровьем сравнялась. А еще бы здоровье как-нибудь так же красиво улучшить было. Вообще замечательно, а то ведь я сейчас сдохну. Стопэ. Я не сохранил сейчас. Да. Ну. Красавчик. Тут нет ничего. Мне кажется, ничего вкусного больше тут нету. Бездна Тартара. О, боже. Ну-ка. Иди сюда. Бездна Тартара. Ух, как эпично выглядит все. Легендарное поле битвы, на котором сошлись боги и титаны в Великой войне. Титаны потерпели поражение и остались в бездне Тартара навечно. Что от отсюда они к Олимпу. Это как вы поднимались. Именно отсюда, с бездны. Скажем, днище Тартара. Самое дно, что ни на есть. Куда ты вот хотел, а? Можем использовать эту штуку, потому что... потому что один хер рядом стоит ящичек. Который поможет нам восполнить сейчас добро потраченное. Отлично. У нас есть ярость еще ко всему прочему. Слушайте, вообще шикуем, мне кажется, потому что и здоровье восстановили, и магия имеется, и противники не страшные, и ярость на максимум. И сейчас еще будет 8000, прям вообще. Надо добивать их уже. Вот, немножко осталось, будет 8000.
Будет новая прокачка. Нахрен идите. Вот так вот. Все, зашибись, 8000. Вкачиваю. Чего нет-то? Смерч хаоса второго уровня. О. Огнев Тартара L1 плюс треугольник. Смерч хаоса L1 плюс квадрат. Так, новый счетчик золотого руна. Удар Арго. Парировав с L1, нажмите треугольник. Ты, блядь, так. Вот такая вот штука появилась. Бэм! И второго уровня, ну-ка. Ну да, он как-то мощнее, да, бьет? Кажется, сейчас будем летать! Летать! Справа есть что? Нету ничего. Опа. Че это тут у нас? Это, между прочим, рука чья-то, кстати. Ну, то есть мы в руке чьей-то. Кронос, ты ли это? Смотри, реально рука. Ну-ка. Рука поднимает руку. Убийца Геи явился ко мне? Крон! Я знаю, что это ты убил ее, спартанец. Кто же еще? Из-за тебя я живу в мучениях. Когда ты забрал ящик из храма Пандоры, Зевса обуял страх. Он бросил меня в бездну Тартара. Боги повелели мне убить Ареса. Ты убил Ареса, потому что ты желал мести. Но на этот раз кара пойдет на твою голову, спартанец. Кажется, ты самую малость, Крон, не понимаешь ситуации. Самую малость, опять же. Совсем. Немножечко. Ты не понимаешь ситуевины. Как тебе такое? Ой, сейчас будем его красиво и долго убивать, мне кажется. Не, ну а хер ли ты хотел, а? Ты заплатишь, когда зрение вернется ко мне. Когда это будет, Кронос? Когда это будет? Раскидывай, раскидывай, раскидывай их. Давай, 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 бегом. А тебе прям срочно надо знать, где я, да? А, прыщ на жопе. Раскололи, ладно, на руке, а не на жопе. Кажется, кто-то промахнулся, дружище. Да дохни ты, слышишь? Я повторюсь, Кронос. Кажется, ты совсем немножко не понимаешь ситуации. Совсем вот, вот капелюшечку. Чего ты руку свою бьешь, придурок? Он реально не понимает, да? Давай, кидай в него. Дай руку мне свою.
Руку давай. Вот так вот, вот так вот. Ногтя. Ногтя у тебя почти нет уже. Я трус? Серьезно? Ты долбаный. Ты долбаный титан. А я смертный. Я дошел до тебя. На бездна Тартара. Спустившись. Понимаешь это? На долбанная бездна. Долбанную бездну, точнее, долбанная бездна. Я из бездны сделал средний рот. Это нормально? Я могу. Умею, пользуюсь. Назад. Супер. Воу, успел. Тише, 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 тише. Опа! И назад. Как он такое? Надо возвращаться. Возвращаться на середину. Ты бесишь! Сейчас улечу! Улетел. Так легко. Тупо. Сверху вниз все время было. Не получится у тебя нихрена. Странно, что нельзя бить его вот этот палец. Получилось! Опять же, не выходит ни хрена. Отлично. Больше координации на вот этом движении. Максимум. Максимум координации просто. Смотрим за его... А, точнее, не за его движениями, а за этой долбанной стрелочкой. Вот, все, пошел. А, здесь можно было даже просто отпрыгивать, да, получается, вот так вот. Так, реально, чисто прыгаешь и все. Этот полудурок справляется. Сдувай, 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 уродов. Кронос, как мне тебя бить? Как мне тебя бить, скажи мне, пожалуйста. Как же мне тебя бить? Может, сюда как-то? Не, ни хрена, я не знаю. Этих сдул. Давай, давай, давай гасить. Мы с тобой будем развлекаться как-то, не?
Отлично, ты посмотри, а? Может быть. Может быть. Я сейчас, конечно, сомневаюсь, но мало ли. Нужно переключиться на вот эту вот штуку и бить его. Нет. Я не прав. Так как тогда? А-а-а! Вы видели, да? Сейчас попробую. Мне надо, чтобы поменьше вот этих вот скелетов было рядом. Ты мне очень поможешь, если вот сейчас прям сдуешь. Не, вот сейчас больше нет поцела. Странно. Очень странно. А, на палец надо было все это время зацепиться. Нифига себе. Второй раз слепанули, парни. Офигеть. Я и не знал, я сейчас бы бесконечно бы там стоял. А ты как думаешь? Я какой-нибудь еще валдырь уничтожу на его теле. И буду таков. Я знаю, что ты где-то здесь. Мне куда-то направо, да? Фух. Нифига себе. Выходи, Кратос. Так, я понял. Вы чё, ребят? Хо! С двух рук. Ну-ка, иди сюда. Не попал. Еще разок. Всегда есть этот волшебный еще разок. Ты слышишь, ты бесишь меня. Дай сюда клатушку. Полетел отсюда. Жалко, он не полетел, серьезно. Что, будем раздвигать, да? Да. О, вот эту штуку можно уничтожить. Вот, а теперь месим. Вы лучше меня не злите, слышите? Я говорю, не зли лучше меня. Слышишь? Мне надо было разбить ту штуку. Ты чё это? Ты чё со мной делать будешь? Что делать со мной будешь, говорю? Мне пузо там твое надо разбить. Немножко совсем. От тебя только мокрое место останется. Ты ж понимаешь, да, что не все так просто, дружище? Не все так просто. Раздавитель я собрался. Ух, это больно. Как гвоздем в руку. Ты сомневался, что ли? Крёность, да ты меня обижаешь совсем. Куда ты делся? Да я тут, придурок. Даже не чувствую, что по нему кто-то ползет. Да я маленький просто. Прячься. Не прячься, я держусь за тебя. Я что, виноват, что ли, что ты руку так поднял, не видишь меня за счет этого? Воу!
Охренеть! Я чуть было не вылетел. Но вроде как справился. Справился, действительно. Ребят, надо лететь. Охренеть, я аж пыш. Ладно, все, согласен, долго соображал. И кидай, взял. Вот так вот и кидай. Нахер идите отсюда. Встает еще ты, глянь. Ого. Мужик, а ты в курсе вообще, что у тебя здесь вот это вот дерьмо жило? Нужно уничтожать это дерьмо. А, я буду сейчас управлять им, офигеть. Миси, ублюдка. У тебя из плеча вылезло, я не виноват. Спасибо. В этой игре ни разу нельзя отвлекаться. Я просто почесал глаз и получил люлей. Просто почесал долбанный глаз. Чуете, да? Смекаете, так скажем. Сюда иди. Ну и почему-то очень долго он не хотел вообще ничего делать. Повторяю, я не виноват. Эта штука у тебя из плеча вылезла. Так, с тобой что-то надо сделать. Допустим, убить. Как вариант, а? Это подожди, это у него во втором плече такая же? Такая же хрень. Мне и самому не слишком хочется есть. Да не ешь, слушай. Ты ж серьезно сейчас сожрет. Ах ты. А ты посмотри, какая, а? Ты посмотри, какая хероборина там слева. Сверху, точнее, на нас. На нас прям летит, слышишь? Ну-ка, отцепилась. Пошел, Кратос, пошел. Пошел, родной, там такая парэша просто летит сверху. Кронос, ты это зря. Маленький да удаленький, слышал такое вообще? Бла-бла. Лови, слышишь? Опа, L3RD, такого еще не было. О, боже. О, жесть. Это тот самый камень, который нам нужен был, а? О, кишки наружу просто. Вы получили камень Амфал, да. Ты получил то, зачем пришел. Пощади меня. Пощадить тебя? Серьезно? Вот так мы заговорили, а? Пощадить его. На. Как тебе такое? Я сдох. Меня бесит. Почему-то каждый раз, когда крестик вылетает, я нажимаю на долбанный треугольник. Вот все время. С любыми другими кнопками все нормально. Квадрат. До свидания, Кронос. Жесть. Титан пал.
боги всякие, Гераклы, Титаны. Убиваю всех. Звоните. Как ты такой сюрприз? Странно, да, что его не получилось ослепить сейчас? Дружище, ты, короче, добазарился сегодня. Все. Пора, пора умирать. Я отпускаю. L2R2 сейчас держал, потому что... Точнее сказал, отпускаю, потому что L2R2 сейчас держал. Вот так правильно будет. И во лбу звезда горит. Но совсем не похоже на принцессу. Какой урод ящероподобный, а? Неудивительно, что у тебя в плече такая параша живет. А, блин, там реально в другом плече еще один такой мужик. Это мы его сейчас тоже погубили, получается, да? А у него там еще и внутри. Всякие говнари. Да. Падение Кроноса. Убийца Титанов. Достижение. Нормально. Здрасте. Кратос. Да. Ты послал меня на смерть. Нет, нет, успокойся, Кратос. Я знал, что ты выдержишь бой. Мне в самом деле был нужен камень Омфал, сейчас увидишь. Так шевелись, старик. Поэтому ты, скотина, ржал так долго, да? Когда я зашел туда. Опять голос поменялся. Ради этого стоит и подождать. Это оружие несравненно. Че ты эта скотина замыслила? Ты смотри, взгляд такой хитрожопый, а? Или сделает все-таки? А, не, сделал, смотри, реально. О, электричеством буду жахать. Как я и обещал. Как ты это делаешь, вообще непонятно. Вроде такой неуклюжий, здоровый. Вот, получай. Твою награду! Ну ах ты ж падаль! Ты думаешь, так легко будет, а? Все пытались. Все пытались, я повторяю. Все пытались убить Кратоса. Они электрические. Правую надо тоже зарядить. Да. Я прям почуял. Ну-ка. Вот и все, работа пошла. До свидания, дружище. Все, кто пытается убить Кратоса, рано или поздно сдохнется. Моя прекрасная Пандора. Странно, как-то озвучка пошла, знаете, как будто бы и не знали, что человек умирает в этот момент. Странно. Пандора, прости меня. Чё, к Афродите опять? Наведаемся. Получается. Бич Немезиды сделан из камня Амфал богом-кузнецом Гефестом. С юбилея Гефеста, получается. Смотри. Забавная штука, да? Нахрен. Крутит. Офигеть. Вот это жесткая штука. Офигеть, жесткая штука. Ну-ка. Ну-ка, бич Немезиды. Так, беспощадный суд. Давай вкачиваем. Беспощадный суд, L1 квадрат. Отлично, я согласен.
продолжение так, квадраты, треугольник, обличительные тирады и продолжение праведного гнева вкачалось. Так, еще 500 монет, и я еще удар мчения открою, ярость Немезиды. Второго уровня. Вот это бич. Офигеть, четкая штука. Ладно, я сохраняюсь, короче говоря. Сохраняюсь. И заодно прощаюсь с вами, ребятки. Дальше круче, хорошего вам настроения. Увидимся. Всем пока, удачи. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.